Всем доброго дня, всех с праздниками. Сегодня у нас будет очень интересное видео по трафаретам. Мне прислал очень хороший знакомый, это идет у нас Антон. Все описания и контакты его будут у меня под видео. Если нужно кому-то какие-то трафаретики, обращайтесь. Очень хорошее качество трафаретов. Также очень хорошо на этих видео, когда я делал, очень хорошо стыкуется. В данном случае у нас идет структура, это идет у нас крокодил. Итак, давайте по порядку. Цвет у меня немножко такой интересный, потому что был материал, я его хотел предназначить для немножко другого декора, но так как у меня пришли трафареты, я решил нанести именно в этом цвете. Потом я в дальнейшем его перекрасил в разные оттенки, чтобы показать разные варианты использования данного трафарета. Итак, ребят, в данном случае я сейчас работаю мармарином мини. Это идет у нас мелкая фракция, но с этим трафаретом можно делать там любые нанесения, вплоть до шпаклевки. Также можно использовать структурную краску, также мармарины разных фракций. В данном случае это идет у нас мармарин мини, это идет у нас фирма Фейдал. То есть все материалы, которые используются, это все были использованы фирмой Фейдалом. Принцип нанесения у нас такой. Я на двухсторонний скотч приклеил немножко сам трафарет, чтобы он у меня на стенде не полз. Затем я взял, затянул. Потом немножко мы его снимаем. Дальше переставим. Также очень важный момент. Я клею небольшие двухсторонние ленты. У нас самой трафарет это идет у нас в двух местах для того, чтобы он хорошо фиксировался. После чего мы делаем шпательком небольшие нанесения. Это для того, чтобы трафарет очень хорошо держался. Дальше мы берем кельму и дальше затягиваем просто ноздир. То есть в данном случае это идет техника очень легкая, она идет очень дешевая за счет того, что очень много можно взять материалов. Но очень большой плюс при нанесении самого трафарета, он очень хорошо стыкуется и у него нет проблем со стыковкой. То есть в данном варианте мы сейчас взяли, нанесли. После того, как мы сняли трафарет, мы даем, чтобы немножко материал подсох. В данном случае я давал где-то минуток, наверное, так 20 или 30. Потом мы немножко берем, уплотняем сам рисунок. Это делается для того, чтобы поверхность была немножко так, как отполированная, отглинцованная. Но зависит от материала. Вы можете это приглаживать, вы можете не приглаживать. То есть это все зависит от того, какой вы эффект хотите, чтобы у вас получился. В данном случае я хотел, чтобы немножко он подполировался и чтобы был какой-то интересный эффект. То есть в данном случае вы видите, как почти готовый вариант. Его можно и так оставить. Также хочу сказать, что оттенки могут быть очень разные. Это зависит от того, как вы затонируете сам материал. Дальше, после того, как я сделал один образец, я сразу же взял его, перекрасил. То есть в данном случае я взял металлик антрацит и просто перекатал стенд. То есть очень хороший вариант, если там очень часто берут 3D панели. Ребят, этот вариант будет очень крут на площади, если вы хотите сделать какую-то акцентную стену. Вам для этого нужно просто нанести сам материал. Если у вас будет черный цвет, вам нужно просто перекрасить в черный цвет самую стенку и нанести сверху акриловый металлик. Акриловый металлик идет фирмы Фейдал. Все описания тоже будут внизу. Какой, как он называется, какой производитель и что тому подобное. Там все будет. Дальше еще один вариант, когда мы сделали черную кожу. Если вы хотите немножко усовершенствовать свой стенд или какую-то свою стенку или отдельный элемент декора, сверху мы берем, наносим опыление металлика. То есть это идет у нас акриловый металлик. После того, как у нас черный цвет полностью подсох, сейчас наносим акриловые металлики. Для того, чтобы сделать очень хорошие плавные переходы и очень хороший блеск самого материала, первым, что я сделал, это нанес старую бронзу. То есть идет разные металлики, они сверху все будут показаны, как они смотрятся. Это идет на акриловых основаниях, то есть они идут без запаха. И мы берем, сразу же наносим. Лучше всего это идти от насыщенного цвета к светлее. То есть в данном случае у меня была старая бронза, потом немножко меди. Сейчас на видео также на видео наносим чистое золото. Это будет наноситься. И также вы берете немножко распыливаете. То есть в данном случае мы берем немножко материала самой бронзы или золота или меди. Потом немножко растираем, как видите, на ванночке. Там все показано, что немножко так, чтобы щетка набрала по максимуму самого золота. И берем очень плавными движениями.
ее просто растягиваем по всему стенду. То есть, как видите, ничего сложного нет, все очень легко делается. Никаких вопросов по этим материалам тоже нет. Если вам этот образец надоел или вы хотите переделать, вы просто перекатываете акриловой краской в любой цвет и сверху наносите второй цвет. Также очень важный момент, если кого-то интересует сотрудничество или какая-то нибудь реклама, все мои контакты есть под видео, также можете ко мне обращаться, эти все вопросы мы можно обговорить. Всем большое спасибо за просмотр, если будут у вас вопросы по трафаретам, внизу все описания, все ссылки на Антона, вы можете все заказывать трафареты и также наносить. Всем большое спасибо за просмотр, если будут у кого-то какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, всем хорошего дня, до свидания, также не забываем ставить лайки и подписки на мой канал.